Mesajele împotriva războiului au ajuns în fața camerelor la propriu și nu oriunde, ci la prima televiziune de stat a Rusiei, Channel One. O jurnalistă a dat buzna în platoul de știri în timpul difuzării programului cu un afiș pe care scria No War. Opriți războiul, nu credeți în propagandă și vă mint aici. Ruși împotriva războiului. În acel moment, prezentatoarea vorbea despre planurile de atenuare a impactului sancțiunilor pe care le-a primit premierul Mihai Mișuștin. Воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании... Femeia a lucrat pentru această televiziune mulți ani ca redactor în departamentul internațional, dar spune acum că nu este mândră de acest lucru. Înainte de a-și face apariția în direct, ea a înregistrat un mesaj video în care a condamnat războiul din Ucraina și a declarat că este rușine de activitățile sale de propagandă. То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек – Владимир Путин. Мой отец – украинец, а моя мать – русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. И наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяло говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяло зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. În urma celor petrecute, femeia a fost reținută. În schimb, pe rețelele sociale, gestul său a fost lăudat și a primit mai multe mesaje de susținere.